Подкрасить губы, подправить прическу – последние приготовления перед тем, как появиться перед членами жюри. Небольшое дефиле, короткий рассказ о себе и своих увлечениях, и еще о своей работе. В конкурсе «Мисс Офис», организованном компанией «Комус», участвуют девушки, у которых есть профессия. Менеджер, сотрудник туристической компании, работник хлебокомбината. Красавицы одна за другой развеивали стереотип о том, что офисные работники скучны и однообразны. Критерии отбора в первую очередь как раз девушка должна работать в офисной сфере, это раз. Должна быть красива, до 30 лет. Как раз основные параметры, которые выбирают конкурсантки. Ну и, соответственно, амбициозность. Кристина Сазонова как раз одна из таких. Работает в налоговой, занимается танцами и спортом. Замужем, есть ребенок. Ну и, конечно, большое желание выиграть заветный титул. Здесь не просто девочки красивые, эффектные, а здесь именно девушки, которые занимают определенную должность какую-то. И нас объединяет работа в офисе. Сочетание красоты, таланта и, конечно, ума – такой должна быть мисс Офис. Это и есть главное отличие конкурса от других подобных. Увидеть умную, красивую девушку, добившуюся всего своими знаниями, умениями в реальной жизни, намного более приятно. А найти среди них еще и практически топ-модель было бы вдвойне, втройне здорово. Из более чем трех десятков участниц кастинга в сочинском доме моды было выбрано две красавицы, которые прошли в полуфинал конкурса. Их дальнейшую судьбу решит интернет-голосование на сайте конкурса www.missoffice.ru, которое пройдет в сентябре. Так сложилось, что обе красавицы, Давидян Карина и Степанова Яна, прошедшие в полуфинал, работают дизайнерами. Теперь в бюро интерьерного дизайна «Кубометр» и фотостудии «Жираф» работают полуфиналистки Всероссийского конкурса красоты. Этот конкурс, он не заканчивается на финальном концерте. То есть после конкурса общение и участие в мероприятиях от Miss Office продолжаются. Самые красивые, умные и талантливые сочинские офисные красавицы поедут в ноябре в Москву участвовать в финальном красочном шоу уже 7-го сезона Всероссийского конкурса красоты Miss Office. Бороться за главный приз – 1 000 000 рублей. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ВКТ.